У святого храма плачет горькою слезою мама, в сердце боль у не гаснет, и в душе не заживает рана. У святого храма плачет горькою слезою мама, в сердце боль не гаснет, и в душе не заживает рана. На коленях молится за сына, за судьбу шальную, Господи, прости, его молила. Как-то темной ночью ждала мама, сын домой вернется, но в груди тревожно сердце материнское бьется. Вдруг, услышав шорох, подошла к окну мать родная и, увидев сына на пороге кровью истекая: Боже, что случилось? За что с тебя, сыночек, избивали? Почему, родимый, почему тебя так наказали? Прости меня, мама, видел я, как ты переживала. Хлеб копила, сама не ела, а меня кормила. Не рожден я вором, грабить я залез в дом прокурора, но не смог я, мама, ждет меня тюрьма Магадана. День суда решаю, сколько лет лишит свободы парня. Мать слезах рыдает, а судья приговор читает. Приговорите строго, воскликнула семья прокурора. Сам прокурор не знает, что судят сына своего родного. И громкий крик из зала: «Подождите!» – прокричала мама. В зале все умолкли, прокурору мать тогда сказала: «Любовь у нас была, от тебя, сыночка, родила я. Обула и кормила, и без тебя одна с трудом растила». Все молча зарыдали и просили парня: «Пощадите!» А прокурор слезами: «Прошу, судья, меня осудите!» Приговор читая, сам судья слезинку проливает. Горько плачет мама, своего сыночка обнимает. Станьте подсудимы, приговор судья оглашает. И за слезы мамы первый раз судья вам прощает. У святого храма Господа благодарила мама. Отец сам добровольно открыл врата.
города тюрьмы Магадана. У святого храма Господа благодарила мама. Отец сам добровольно открыл врата тюрьмы Магадана.